Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги. Сегодня мой доклад будет посвящен роли новых препаратов в терапии хронического лимфоликоза на основании представленного мной клинического случая. Речь пойдет о мужчине 1962 года рождения. Диагноз хронического лимфоликоза был верифицирован в 2008 году на основании биопсии подмышечного лимфоузла и выполнения иммуногистохимического исследования. Пациент исходно был установлена стадия Б. Он продолжил наблюдение некоторое время у гематолога по месту жительства, и уже лечение потребовалось в ноябре 2008 года. Пациент получал терапию по программе ФЦР. В дальнейшем была переключена терапия как монотерапия флюдорабином, и на фоне лечения был достигнут частичный ответ на лечение. Пациент наблюдался в дальнейшем вновь у гематолога, и лечение уже последовало через полгода. И в январе 2010 года пациенту вновь проводится терапия флюдорабин с циклофосфаном, циклофосфан с преднизолоном, флюдорабин с циклофосфаном и терапия по программе ЧОП. Была достигнута стабилизация заболевания, умеренное уменьшение лимфоаденопатии, нормализация гемограммы. В дальнейшем он вновь наблюдается у гематолога, и следующая линия терапии пациенту требуется уже менее чем через полгода, и вновь было принято решение к возвращению терапии по программе ФЦР, ритуксимаб циклофосфан, РФЦ, РЦВП, и вновь пациент проводится курс флюдорабин циклофосфан ритуксимаб. Также достигается стабилизация заболевания, и пациент впервые направляется в федеральный центр для решения вопроса, что же делать дальше с пациентом. Пациенту рекомендовано рассмотреть, учитывая рефрактерность течения хронического лимфоликоза, пациенту рекомендуют рассмотреть телогенную трансплантацию костного мозга. И пока этот процесс происходит, пациент постепенно прогрессирует, и ему вновь проводят по месту жительства терапию ритуксимабом, циклофосфаном, флюдорабином в комбинации отдельно и достигают какой-то стабилизации. В декабре 2012 года пациент обращается в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Михайловны Горбачевой. Тогда при обследовании у пациента лейкоцитоз порядка 18 тысяч, анемия и тромбоцитопения у пациента не выявляется, тотальная инфильтрация костного мозга лимфоцитами. По компьютерной томографии у пациента конгломераты лимфоузлов брюшной полости порядка 11%, с пленомегалией у пациента не было. И впервые пациент выполняет кариологическое исследование, и по данным ФИШ-исследования у пациентов выявляется делеция 13-й хромосомы, остальных хромосомных аберраций у пациента не отмечается. И таким образом, учитывая 4 линии терапии, которые были без стойкого ответа на терапию, пациенту рекомендована аллогенная трансплантация костного мозга. Донором выступает сестра 46 лет, полностью совместима. Режим кондиционирования вбирается флюдорабин, бендомустин, ритуксимаб и проводится профилактика РТПХ. И 25 февраля 2013 года пациенту выполняется трансплантация костного мозга. При обследовании пациента в апреле 2013 года у пациента 100% женский кариотип, и вновь потерю ответа мы видим 25 апреля. На данном слайде вы видите донорский химеризм в первые 100 дней, когда мы видим 100% женский кариотип, и в дальнейшем снижение его. Учитывая уменьшение женского кариотипа и нарастание мужского кариотипа, пациенту принимается решение о том, что пациенту необходимо выполнить инфузию донорских лимфоцитов, проводится однократная инфузия, смотрится ответ, ответ вначале был получен, потом вновь он теряется, и к терапии принято решение о добавлении ритуксимаба. Достигается стабилизация заболевания, однако стойкого ответа не получается, и пациенту добавляется терапия ритуксимаб бендомустин на фоне инфузии донорских лимфоцитов. Вновь достигается стабилизация заболевания, однако у пациента вновь начинается рост лимфоузлов. Принимается решение о проведении монотерапии ритуксимабом с инфузией донорских лимфоцитов. На данном слайде мы видим динамику донорского химеризма и оценку минимальной остаточной болезни во время контрольного обследования. И в июне 2015 года у пациента вновь рост лимфоузлов брюшной полости, и пациенту рекомендована терапия ленолидомидом. Однако возможностей для получения терапии ленолидомидом у пациента нет, и пациенту предлагается терапия по программе РЧОП. Выполняется 6 курсов химиотерапии в отсроченном режиме за счет инфекционных осложнений, и пациент в июне 2016 года вновь подрастают лимфоузлы внутрибрюшные порядка 5 см,
лимфоцитоз, лейкоцитоз порядка 23 тысяч за счет абсолютного лимфоцитоза. Анемии, тромбоцитопении у пациента нет, и в этот момент он переезжает в Москву. Что мы можем предложить пациенту, который получил 11 линий терапии, которая включает трансплантацию костного мозга? И ответа стойкого ни разу не было получено. Пациенту предлагается терапия брутинибом. Терапия брутинибом он переносит достаточно удовлетворительно. Есть определенные инфекционные осложнения. Это и пневмония, и герпес-вирусные инфекции, и острые бронхиты, которые лечатся в амбулаторном порядке. И пациент дальше наблюдается. По данным гемограммы мы видим, что у пациента была достигнута частичная ремиссия с лейкоцитозом, анемии, тромбоцитопении не было, и уменьшение... И уменьшение лейкоцитов в динамике мы видим, что нормализации гемограммы не произошло. Однако в августе 2018 года у пациента вновь рос лейкоцитов, и мы предлагаем пациенту 13-ю линию терапии. Это терапия по программе ритуксибам с венетоклаксом. На момент обследования у пациента конгломераты лимфоузлов в брюшной полости порядка 5 см, подбрюшные лимфоузлы около 2 см. По данным стандартной цитогенетики у пациента комплексный кариотип не выявлен, делец 17-й хромосомы не выявляется, по-прежнему выявляется делец 13-й хромосомы. Пациент начинает получать терапию венетоклаксом в комбинации с ритуксимабом, и отмены брутиниба у него не происходит, мы оставляем терапию брутинибом до стойкой МОП-негативности. На данном слайде вы видите динамику анализов. Мы видим, что нормализация гемограммы довольно быстро происходит, анемии, тромбоцитопении нет, и за время наблюдения у пациента никогда не отмечалась нейтропения. При контроле за лабораторной панелью синдром Лейс-опухоли данных за лабораторный синдром Лейс-опухоли не отмечено, так как и клинический. Переносимость терапии тоже удовлетворительна, у пациента сохраняется герпес-вирусной инфекции, периодические бронхиты и гайморриты. По данным компьютерной томографии мы видим уменьшение, мы видим регресс лимфоузлов уже к третьему месяцу терапии. Подмышечные лимфоузлы мы видим, что на шестом и девятом месяце оценки терапии у него сохраняется регресс лимфоузлов. По данным КТ, внутрибрюшные лимфоузлы у пациента тоже регрессировали уже к третьему месяцу, что мы видим и на шестом, и девятом месяце. И подвздошные лимфоузлы мы тоже также видим, что они полностью регрессировали. При оценке минимальной остаточной болезни, минимальная остаточная болезнь оценивалась в костном мозге, и мы видим, что к третьему месяцу терапии пациент достиг МОП-негативности, и она сохраняется на протяжении всего периода лечения в настоящий момент. В заключение хочется сказать, что пациент, который получил 13 линий терапии, впервые достиг МОП-негативной ремиссии на 13 линии терапии. Это была терапия брутиниб, ритуксимаб, венетоклакс. В настоящий момент терапия брутинибом отменена, и пациент продолжает монотерапию венетоклакс. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Александровна. У кого какие вопросы будут? Есть вопросы, коллеги? Ну, Елена Александровна, так сказать, очень концентрированно все доложила, поэтому давайте обсуждать, и я с удовольствием тогда... Спасибо, Елена Александровна, предоставляю слово Ольге Сергеевне Самойловой, пожалуйста, как эксперт-клиницист. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить экспертизу этого случая. Ну, достаточно сложно мне было с этим случаем разбираться, поскольку, ну, вопрос вот к этим 11 линиям терапии, можно ли их назвать 11 линиями, потому что как-то очень разнообразно пациенты лечили, непонятно с самого начала даже зачем. И вот у Елены Александровны, у нее так нежно нарисованы эти все линии, да, я вот решила их так вот жирненько, так по-фиолетовому выделить. И если мы посмотрим, то пациентов 46 лет с хроническим лимфолейкозом, с делецией 13-й Q-хромосомы, со стадией B по Бинет, диагноз поставлен по иммуногистохимии по лимфоузлу,
начали лечить сразу же, как только поставили диагноз. И в результате вот этого клинического случая я отошла от истории, как мы лечили хронический лимфолейкоз в 2008 году, и что мы на сегодняшний день, в общем-то, получили в результате многочисленных исследований, разговоров, что вылилось в клинические рекомендации. И я хочу сказать, что вот, например, сейчас молодому доктору-клиницисту, получив пациента с хроническим лимфолейкозом на приеме в поликлинике, имея под рукой те клинические рекомендации, которые были плодом совместной работы и в результате этих лимформов тоже, намного проще подойти к той ситуации, которую мы сейчас вот имеем у этого пациента. Мы ставим диагноз хронического лимфолейкоза и сразу определяем прогноз на основании тех маркеров, которые четко определят нам прогностическое значение того или иной, той или иной ситуации по хроническому лимфолейкозу. Мы ориентируемся на биомаркеры как на подход к первичной терапии хронического лимфолейкоза, и все эти биомаркеры мы знаем. Минимальная остаточная болезнь пока остается хорошим, полезным инструментом, но доступна нам только в клинических исследованиях. В 2018 году обновились рекомендации признаков прогрессии и признаков начала терапии. И если взять пациента, который был вот у Елены Александровны и пришел к ней уже после аллогенной трансплантации, то, наверное, в 2008 году она бы по тем признакам, которые у него были, с учетом рекомендаций рабочей группы по изучению хронического лимфолейкоза, его просто понаблюдала. Но, тем не менее, ему начали схему ФЦ, потом монотерапию флюдорабином, РЧОПы, РФЦ, то есть все то, что могло бы вроде бы помочь пациенту, но я думаю, что у пациента можно было понаблюдать. Учитывая, опять же, рекомендации 2018 года, мы видим то, что нужно пообследовать у пациента, определить его коморбидность. И из плохого прогноза у данного пациента, я думаю, был только молодой возраст для хронического лимфолейкоза. Ему были сделаны цитогенетические исследования, но на тот момент нас не волновал мутированный или не мутированный вариант. И сейчас мы говорим об этом как начало химиотерапии таким пациентам. За это время же произошла эволюция и в терапии хронического лимфолейкоза. От монотерапии, от сдерживающей терапии хлорамбуцилом или циклофосфаном мы переходим к новым молекулам и говорим сейчас, что это для пациентов в первой линии будет лучше, и Владимир Иванович это блестяще продемонстрировал в своей экспертизе. Мы говорим на 2015 год о том, что стандартные режимы иммунохимиотерапии при рецидиве хронического лимфолейкоза, а у данного пациента я не могу сказать, были ли рецидивы или у него не было ответа никогда, даже на аллогенную трансплантацию, и эффективность этих режимов, и данный пациент это подтверждает, она очень и очень невысока. И пациент практически с 2008 года по 2020 год беспрерывно лечится то курсами химиотерапии, то аллогенной трансплантации, то переливанием донорских тромбоцитов. И если говорить о качестве жизни, он ее почувствовал, наверное, только на терапии брутинибом, когда он перешел на таблетированный препарат и получил ответ на эту терапию. Мы прекрасно знаем, и Владимир Иванович мне очень помог, продемонстрировав ФЦР, БР и то, что ответ на эти курсы очень и очень короток, особенно в рецидивах. И все эти слайды мы видели, и все мы это знаем. Но на 2015 год оставались нерешенные вопросы. А затем пришел первый ингибитор брутоновской тирозинкиназы. Кто-то с ним встретился раньше, когда начались клинические исследования по этой молекуле. В 2015 году он был зарегистрирован в России и показал в исследовании резонейт как у предлеченных, так и у нелеченных пациентов свою эффективность. Семилетнее наблюдение продолжает доказывать, что ибрутиниб очень хороший препарат и дает нам полные ответы даже у рецидивирующих пациентов, что ибрутиниб по сравнению с другими режимами более хорош по эффекту общей выживаемости и выживаемости без прогрессии. И ему на помощь приходит второй препарат, венетоклакс, который также регистрируется у нас в Российской Федерации.
И на сегодняшний день он уже имеет показания для применения его в первой линии, так же, как и брутинеб. А дальше встает та же самая дилемма, о чем мы уже вот слышали здесь. Это длительность терапии препаратами, ингибиторами тирозинкиназ. Когда же остановиться с ними? И какие группы пациентов, на какой препарат нам надо брать? Но для себя, вот, например, в своей клинической практике, пройдя многие исследования, я понимаю, что монотерапия ингибиторами тирозинкиназ, она сейчас не подсильна ни одному бюджету, который вообще только может выдержать это. Обинутузумаб венетоклакс – это тот курс, который может осилить даже лечебное учреждение, если правильно посчитать тех пациентов, которые могут на этот курс пойти. Это СИЛЛ-14, который мы прошли, результат которого они, в общем-то, впечатляют. Обинутузумаб, хлорамбуцил для пожилых коморбидных пациентов – это очень хорошая опция, и я всегда не устаю про нее повторять, потому что давать пациенту с сердечными проблемами, пожилому пациенту давать ибрутиниб – это достаточно страшно, и с этим пациентом надо обязательно постоянно быть в контакте, постоянно в контакте именно кардиологическом. Поэтому я считаю, что наша задача на будущее – это создание хорошего регистра. И все-таки вот из этого огромного количества препаратов, которые мы имеем, распределить те группы пациентов, кому все-таки какой курс химиотерапии или курс таргетной терапии мы должны дать этим пациентам. И вот эти вот реалии мы должны, в общем-то, учитывать. Ну, как я уже сказала, что ретуксимаб венетоклакс – прекрасная схема, которая доказала эффективность свою в рецидивах. Но надо помнить о том, что с каждым курсом химиотерапии, и этот пациент тоже это доказал, улучшение даже у него становится все короче и короче. Поэтому мы имеем высокий риск по развитию рецидива у таких пациентов. И здесь минимальная остаточная болезнь тоже начинает прочно входить в нашу реальную клиническую практику, как инструмент, который даст нам возможность почувствовать эффективность того или иного курса и спрогнозировать наступление рецидива. На основании всего этого в 2019 году алгоритм терапии рецидива хронического лимфолейкоза в Российской Федерации, все вы это знаете, это наши клинические рекомендации. И клинический случай, который доказывает вот все то, что я сказала, что с 2008 года по 2016 год пациент непрерывно получает химиотерапию. И удивительно то, что этот пациент не имеет больших токсических осложнений, то есть за ним хорошо следят врачи. В 2013 году пошли на трансплантацию, на аллогенную трансплантацию, не миелоаблативным режимом, и получили опять сначала цитогенетический рецидив, затем прогрессию болезни. И, на мой взгляд, на протяжении всех этих лет до 2016 года пациент непрерывно прогрессировал. То есть у него была либо прогрессия, либо чуть стабилизация болезни. То есть никакого ответа у пациента, в общем-то, не было. Появляется новый препарат акалабрутиниб, на который может быть надежда. И все исследования до меня уже рассказали. Исследований идет мало. Огромное количество с акалабрутинибом. Начинают исследоваться новые ингибиторы тирозинкиназ. И что сказать про роль трансплантации стволовых клеток гемопоэтических при хроническом лимфолейкозе? Ну, по чьему-то мнению, роль этого с появлением новых молекул, роль этой опции снижается. Она должна быть четко выделена, и поэтому в 2018 году рабочая группа по хроническому лимфолейкозу определила показания для нее. Также они были определены в наших клинических рекомендациях. И на мой взгляд, с учетом того, что все-таки ингибиторы тирозинкиназ, ну да, когда-нибудь они станут дешевле, но чем короче курс лечения у пациента и быстро добиваться ответа на терапию, я думаю, что от этого качество жизни пациента только улучшается. Поэтому будущее за комбинированной терапией именно таргетных молекул, моноклональных антител, ингибиторов тирозинкиназ и чего-то того, чего что мы еще пока не знаем. Поэтому, на мой взгляд, все-таки все склоняются в сторону новых препаратов, а не аллогенной трансплантации, которая все-таки как опция должна быть,
но для пожилых пациентов она, к сожалению, неприменима. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна всегда и классически дает то, что имеется в мировом опыте, и имея собственный огромный опыт, имеет всегда задачу преломления этого в практическое русло. Это правильно совершенно. Спасибо большое, Ольга Сергеевна. Пожалуйста, коллеги, у кого есть комментарии? Нет, да, конечно, Наталья Борисовна. Уважаемые коллеги, я бы хотела немножечко добавить к докладу Ольги Сергеевны по поводу вот этого эпизода с аллогенной трансплантацией, который был у пациента. Это был 2012 год. На тот момент у пациента были все показания к проведению аллогенной трансплантации, потому что на протяжении нескольких лет он получал терапию препаратами флюдорабин, и у него не было получено никакого стойкого ответа никогда. И у нас не было возможности взять его на трансплантацию в лучшем статусе, чем он был тогда, потому что попытки были как-то его подготовить, но ничего не получалось, а новых препаратов тогда, к сожалению, не было. И вот все первые наши пациенты, их, может быть, было с десяток, похожих на этого пациента, мы их трансплантировали. Результаты были не такие хорошие, как сейчас. Но все-таки они были, эти результаты. И после аллогенной трансплантации, выполненной даже во время активной болезни, мы видели, как она уходит, эта активная болезнь, после аллогенной трансплантации. Неудачи последующие, может быть, и смертельные случаи, были связаны с инфекциями в большей степени, чем с рецидивом хронического лимфолейкоза после аллогенной трансплантации. И поскольку была родная сестра у пациента, мы решили, что мы попробуем. И сделали. Показания, значит, у нас были. И в результате этой трансплантации исчез, все нормализовалось. И в костном мозге и в периферической крови мы обнаружили только женский кариотип, только донорский химеризм был представлен в течение, может быть, не очень продолжительного времени, но он был. И мы очень обрадовались, мы думали, что все, может быть, все будет прекрасно и хорошо, но этого не случилось, химеризм потихонечку стал снижаться. То есть, а на место донорских клеток стали возвращаться, к сожалению, не нормальные клетки реципиента, а его лейкозный клон стал возвращаться. Ну, на тот момент единственная борьба с этим была, это добавить донорские лимфоциты. Потому что реакция трансплантат против лейкоза при хроническом лимфолейкозе, так же, как и при многих других лимфомах, развивается очень медленно. Иногда год надо или полтора года. И вот весь этот год или даже два мы и старались победить иммунологическими в основном методами этот лейкозный клон. Я не помню, сколько переливаний получилось. 11-10 в возрастающих дозировках. И мы там осмелели до столько, что уже очень большие дозы вводили этих донорских лимфоцитов. И началось то больше донорский химеризм, то меньше, то больше, то меньше. И поскольку все-таки он уменьшался, клон, после переливания донорских лимфоцитов, мы не теряли надежду. Года полтора или два, а потом потеряли. И когда увидели, что бессмысленно все, этот вариант лечения, мы добавляли немножечко ритуксимаба, добавляли химиопрепараты с целью уменьшить немножко опухолевый клон и тут же переливали лимфоциты, и дать возможность лимфоцитам победить. Но не получилось. И тогда мы поговорили с нашими московскими коллегами, с самим пациентом. Мы не могли дать в Питере ему никакие новые препараты. У нас абротинеба вообще никак не было. Но мы договорились, что если он поменяет место жительства, прописку, регистрацию, то ему там дадут препарат. И когда мы заполучили вот это согласие от наших московских докторов, он поменял регистрацию. Но мы продолжаем его наблюдать. И мы очень рады, что вы так здорово его полечили, и сменили уже, продолжаете лечить, что у него сейчас полный ответ наконец-то достигнут. Вот. Но, может быть, он приезжает к нам иногда, и мы следим за донорским химеризмом. Он очень хочет к вам приехать, он, насколько я знаю, в марте к вам едет. Да, должен. Мы недавно с ним разговаривали. Спасибо вам большое.
Можно буквально? Я просто хочу сказать, что это такой удивительный случай, когда, вот вы говорите, аллогенная трансплантация, она ему дала шанс дожить до того, что мы сейчас имеем. И это вот такой яркий пример того, что вот, ну, наверное, не надо отчаиваться. Да? Казалось бы же, все потеряно. Вот аллогенная, ничего не получилось. А вот больной выжил. И слава Богу, несмотря на лечение, да, вопреки. Нет, не вопреки, а именно благодаря тому, что мы все пробовали. Это замечательно. Я поздравляю коллег питерских и московских. Ну, тут действительно очень хорошо. Знаете, я когда просто по представлению, когда было, я так сразу отреагировала, батюшки, восьмая линия аллогенной трансплантации, посмотрела на Наталью Борисовну. Вот. А потом, во-первых, время, то время, когда никаких препаратов. И вот эта возможность, да, получить то, что получили, это очень хорошо. А потом вот это вот действительно теперь наша возможность кооперироваться, то есть найти коллег, которые продолжат или сделают и возьмут на себя какую-то, это тоже очень хорошо. Спасибо обоим коллективам. Очень наглядный пример. Вот такой современный очень, так скажем, вот, причем в таком историческом контексте. Еще у кого-то есть желание что-то прокомментировать, коллеги? Камил Дьявол, нет? Да. Но все-таки вот в силу того, что более-менее новые препараты есть. Вот сейчас, когда я сталкиваюсь с молодым пациентом с комплексным кариотипом, да, вот как бы, ну, вот здесь, может быть, ваши рекомендации сводились бы к чему? В какой степени, какими опциями сделать циторедукцию? Какое время? Вот мы сейчас, мы подобный случай один пытались обсуждать с вами, но там, ну, донор, там просто родной брат страдает остеосаркомой, у него гепатит С, он не может выступить никак. Молодая женщина с комплексным кариотипом. Вот пока она ответила на, у нее был Биер, она ответила на ибрутинип, я думаю про венетоклакс, но я каждый раз, глядя на нее, понимаю, что я вот наблюдаю некий такой вот биологический своего рода, вот, ну, по сути дела, эксперимент. Да, вот. Я знаю по результатам Сьюзан О'Брайен, что ибрутинип не улучшает результаты в ситуации с комплексным кариотипом. И аллогенная трансплантация там не очень хороша. Но, может быть, вот в силу того, что есть новые препараты, фактор времени, что-то вы можете посоветовать? Я думаю, что нет пока ответа на ваш вопрос, когда сделать аллогенную трансплантацию. С Евгением Александровичем мы каждый раз беседуем на эту тему, когда же. Евгений Александрович рассказывает приблизительно про 2 года, если я правильно говорю, 1,5-2 года, если есть комплексный кариотип. Да, он говорит о том, что в ближайший год надо это сделать, трансплантацию. Примерно, да, примерно так. Но мы, когда видим полный ответ на ибрутинип, как-то мы имеем дело с трансплантационными пациентами. Вот так получилось. Мало трансплантаций сделано при ХЛЛ, они все живы. Все последние 12 пациентов все живы. Но ведь это может когда-то произойти на каком-то очередном пациенте. Поэтому, если есть хороший ответ, ну, мы понимаем, что комплексный кариотип плохо. Да? Мы готовимся заранее, мы типируем этих пациентов, мы ищем для них донора и наблюдаем. У вас есть венетоклакс, может быть. И если вы увидите что-то нехорошее, то можете назначить венетоклакс, и тут уже будут более серьезные показания. Я бы рассматривала при неблагоприятных биологических факторах как момент трансплантации, это начало прогрессирования на ибрутинибе. И если на венетоклакс отвечает, то да. И может быть сейчас другие появятся препараты, то можно уже заниматься этим вопросом. Безусловно, появление новых препаратов и их, знаете, так сказать, ожидание, причем реальное ожидание возможного, оно начинает менять наш стратегический. Но это, конечно, до того момента, когда мы понимаем, что это будет не в 30-м году, а это будет через полгода, если будет через год. Спасибо. Коллеги, что-то еще? Елена Александровна, вы хотели что-то добавить? Нет? Коллеги, еще, может быть, есть вопросы? Нет? Владимир Иванович?